Зачем нужны поправки в Конституцию? Первую Конституцию в России приняли 100 лет назад. После этого она менялась почти через каждые 20 лет. Прежнюю Конституцию России приняли при Ельцине после развала СССР. Документ был результатом сложного исторического этапа. Перемены неизбежны. Новое время требует изменений правил игры. К изменениям должны быть готовы все. Власть, народ, законы. Дополнение в Конституцию ограничит президентский срок. Теперь никто не сможет находиться у власти больше двух сроков. Чтобы не допустить ошибок следующего президента, часть его полномочий разделят между институтами власти. После того, как выплату и индексацию пенсии закрепят в Конституции, их уже никто не отменит. Чтобы дополнения были приняты, приходи на общероссийское голосование 22 апреля. Чтобы не забыть, ставь лайк и делись этим видео с друзьями. Создадим историю вместе!